То березка, то рябина, куст ракиты над рекой. Вспомнилась песня из детства. В моем детстве не было смартфонов, интернета, но мы были счастливы по-другому. Мы были счастливы близости к природе. Об онлайн-школе «Мудрость трав» я узнала чуть более года назад из видеоролика в интернете. И он сразу откликнулся, почувствовала что-то родное, близкое, настоящее. И вот я, счастливая выпускница-травница уникальной международной школы «Мудрость трав» Юрия Ковского. Признаюсь, было нелегко, непросто. Тем более мне, человеку далекому от медицинских, биолого-химических терминов, но очень интересно и комфортно. При поддержке Юрия Курского, куратора Ольги Суворовой, курс превзошел все мои ожидания. Он глубокий, всесторонний. Это и знания из различных древних источников, и современные на основе научных исследований, и самые передовые – использование прямого энергоинформационного взаимодействия с растениями. Кстати, один из принципов школы – пользоваться только проверенной информацией. Выездные практики – это еще одна прекрасная возможность окунуться в мир познания трав. Благодарю вас, Юрий, и всю вашу прекрасную команду за этот уникальный курс. За год я узнала о мире трав нечто большее, чем знания о травах, о их действии, о умении грамотно составлять из них чайные фитосборы. Это действительно трансформационный курс. Он дает возможность по-другому, более гармонично ощущать себя в этом мире, взаимодействуя с мудрой природой. Я это почувствовала. Сейчас я в начале пути бесконечного познания. Хочу пожелать всем здоровья и дальнейшего процветания в школе «Мудрость трав». Благодарю.